Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам необычные факты о курильском бобтейле. Курильский бобтейл – аборигенная порода кошек с Курильских островов. Эти животные имеют короткий хвост-помпон, характером похожий на собак и совсем не боятся воды. И это только некоторые факты о представителях породы. Давайте же разберемся, чем эти кошки необычные и примечательные. Итак, представляем вам 7 необычных фактов о курильских бобтейлах. Основной версией происхождения курильских бобтейлов считается естественное скрещивание японских бобтейлов и сибирских кошек, которых привезли на острова рыбаки. В 20 веке представители породы попали на материк. Первый стандарт курильских бобтейлов был принят только в 1991 году. Современный же стандарт утвердили в 2001 году. Курильские бобтейлы – великолепные охотники. В доме, где обитает представитель породы, никогда не будет крыс и мышей. Кроме этого, курильские бобтейлы очень хорошо умеют ловить рыбу. Курильские бобтейлы хорошо чувствуют приближение опасности. Известно немало случаев, когда представители породы предупреждали своих хозяев о начале землетрясения, коротком замыкании или утечке газа. Курильские бобтейлы – очень смелые, преданные и игривые кошки. Характер представителей породы напоминает собачий. Эти животные совсем не боятся даже самых больших собак и нередко заводят с ними крепкую дружбу. Также важно отметить, что они хорошо дрессируются. Представителей породы легко можно научить таким собачьим командам, как «апорт», «нельзя», «место» и «ко мне». Курильские бобтейлы – нежные и ласковые кошки. Они очень сильно привязываются к своему хозяину и грустят, если он долгое время не уделяет им достаточного внимания. При этом нежность курильских бобтейлов распространяется не только на людей. Представители породы – очень любящие родители, и кошка и кот одинаково участвуют в воспитании своих котят и заботливо оберегают их. Курильские бобтейлы практически не линяют и не имеют специфического кошачьего запаха. Кот этой породы не метит территорию. Исключением являются ситуации, когда рядом с ним живут другие коты. Курильские бобтейлы обладают крепким здоровьем. У этих кошек хороший иммунитет. Они не боятся низких температур. В среднем курильские бобтейлы живут от 15 до 20 лет. Таковы необычные факты о курильских бобтейлах, кошках с внешностью рыси и характером собаки. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!